Установка Водостока премиум от компании Стрелка 11 на Чинган Хантер Плюс. Для того, чтобы когда дворники работают, вода не переходила через стойки, не попадала на зеркала, на окна, а также вовнутрь автомобиля, если окна открыты, уходила в сторону крыши. Перед установкой дается спиртовая салфетка и установочный шаблон. Установочный шаблон. Для того, чтобы, видите, вставляя, он здесь упирается, а с этой стороны он упирается в стойку. Конечно, мы уже все протерли. Установка идет от крыла. Надо отвести лишь 1 мм. Прям носик. Установили. Также берем установочный шаблон, вставляем. Вот он. И чуть приклеиваем. И самый носик ложим поверх крыши. На край. Снимаем защитную пленку. После установки уже разглаживаем и до конца приклеиваем. Водичку установили, идем устанавливать пассажирский. Также снимаем защитную пленку. От крыла 1 мм отводим. Берем установочный шаблон. И сами на их край не запоминаем, прям на угол ложим. То есть на самый край. И разглаживаю. После установки снимаем защитную пленку. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя стрелка11.ру. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.